специально приехали в Украину, чтобы воевать? Да? Я еще в 21 году переехал в Украину за переследу по политичным метам. В 20 году у кастрычніку мяне на одном из маршах супраць Лукашенки зловили, пришили мне административный артикул, посадили на 15 сотняў, а после чего выпустили уже через несколько месяцев на меня склали артикул по криминальной справе за удел або организацию массовых беспорядков, за чего я был вымушен съехать. Я 19 студня 2014 года приехал на Майдан, другий раз уже. Ну, планировал свою поездку, ну, максимум на дня два, максимум. Ну, а потом пожилась Грушевская, а потом гибель Жизневская, которая примусила меня, ну, остаться на более долгий термин в Киеве. И в вынику моя поездка растянулась до лютого месяца, и то я бы не поехал бы до дома, коли бы мне не треба было паспорт новый робить. Приезжаю до дома 11 числа, 11 лютого, робил новый паспорт себе, пишу заяву на новый паспорт. Первый тиждень проходит нормально, другий тиждень начинается цікавность до меня сбоку наших правоохранных органов, так званых. Ну вот, и в вынику чего мне пришлось съехать. И так вышло, что с 1 марта я постоянно уже в Украине, с 14 года. В ЗСУ мы потрапили, ну не в ЗСУ, а на бойовий день, не можу сказати. Ну, это фактично ну, з перших днів, як почався повномасштабний наступ Росії на територію України, коли почалися перші обстріли ракетні. Ну, той день я зустрів якраз у себе вдома, на своєму районі, на лівому березі. Це було 5 годин раніше, пам'ятаю, я якраз хотів класти спати, лежитися вже. Я ночі тоді не спав. И я чую, что за окном отбываются выбухи, но я чомусь думал, ну бывает, может, кто-то петарды взрывает, ну, мало ли что. А потом, когда уже через 5 минут пришли новые выбухи, я зрозумел, что что-то бывается. Потом захожу в Facebook и вижу стрічку новин, что там выбухи и у Василькове, выбухи там и под Киевом, и в других городах Украины. Я зрозумел, что это уже полномасштабный наступ в России начинается. В первый день, как началась война, на моем районе, где я жил, так само были выбухи. И тогда я докладно зразумел, что мне так само треба принять удел в этой войне, как оборонить Украину, бо тогда это было вельми небеспечно. Тогда ну, мы мерковали, что Россия ось-ось зойдет в Киев, и у Киева начнутся бои, и треба было нечто хутко предпринимать. Тому мы разом с сябрами собрались и спробовали долучиться до теробороны. Потом уже разом вышли в склад Азова. Мы вот как раз с Оскаром, который только что давал интервью, Тромблі и Локалаком пошли разом на тероборону записываться. Ну, первые дни нам не удалось записаться в тероборону украинскую, и потом у нас вышло записаться в тероборону при Азове. И вот, можно сказать, с первых дней войны мы вот удельничаем у фактичной войне России против Украины. Но потом вся наша рота белорусская, яка потом переросла в батальон, усім нашим слабым складом переросла в склад ЗСУ. Это отбылось якраз 24 сороковика, якраз перед Днем Воли, перед нашим святом национальным. Отличается ли ваш полк от того, что вы видели в тех частях армии, которые в Украине? Конечно, отрозняется. По-перше, это полк таки цалком сформованный из белорусов. Это по-перше. Это, ну, фактично, в истории, как и Беларуси, так и в истории Украины, мы первая войсковая отделка замешанная в Беларуси, которая цапом складывается из белорусов. Это по-перше. Но, по-другое, да, ну, за кошт того, что мы белорусы, у нас, ну, великая, ну, подтримка поміж собою. Ну, мы подтримляем один одного, бо мы разумеем, что мы замешаны в Беларуси, что, ну, по-перше, мы потребны таки сами себе, тому мы один одного подтримуємо. Это вельми, конечно, надихає, коли бачиш, що ти білорусів разом з тобою, твої знайомі, яких ти раніше тут бачив, і в Україні, і в Білорусі, сюди приїжджають, побач з тобою воюють, це вельми надихає. И это мы отрознимся от украинских часток войсковых. Ну, по-перше, ну, просто потому, что мы еще добровольчие подразделения. Мы сюда приезжаем не по повесткам, мы сюда приезжаем по зову сердца своего. Мы приезжаем сюда сами. Тому это так само, вельми великий такие, ну, великий чинник. Раньше, наверное, не думали, что вы будете воевать. Ну, як не думал. Ну, щиро кажучи, думал. Ще, коли почалися події на сході України, ми так само там трошки поудельничали, так вдалося там поудельничать трошки. Ну, сказать, что война для меня это нечто новое, ну, не такое же новое, в принципе, я, так сказать, готовался до войны, можно сказать, с самого детства. Мне мой батько был военрук у нашей школе, тому цікавився зброєю з самого дитинства, я веду вже, як розбирати зброю, як що правильно робити, як цілитися. На автошколі удельничав у змаганнях по стрільбі, навіть кульовій. Тому, в принципі, для мене, ну, особливо такого нового, так і не було, в принципі, на війні такого особливо, в принципі. Ну, ми готувалися, ну, я особисто готувався, я, ну, сказати, був вже готовим до таких подій вже. Ні. Я увогуле активіст, яшчэ быў з Беларусі, і я не мог сабе такога уявіць, што я буду удзельнікам у вайне. Але ж такое здарылася, я не разлічваў на тое, што Расія на такое пойдзе. І я думаю, мала хто з майго атачэння таксама разлічваў, што Расія нападзе на Украіну. Але так выйшла, і таму я зараз тут, і гэта мой доўг абараніць Украіну. Как ваша семья, ваши родители, когда вы... Ну, нейтрально. Ну, маці, як война почалась, она мне раила съехать из Украины, але я настоял на своим, что я застанусь тут, я буду ее оборонять. И... Сами тоже были на фронте, да? Так, так были. Это полдень Украины, ну, то самое место, там, где был Оскар. Наши основные задачи — это мы под артиллерией ладили свои задачи и сустракали минимальную, так сказать, отдачу от ворога. То бок, ну, нема такого, как был агульновойсковый бой, там, ну, наши солдаты супротивных солдатах. В основном это... Зараз артылерыя працуе по нашим хлопцам, пакуль наши хлопцы там спрабуюць выканаць свою задачу. Зараз менавіта пачалася паўнамаштабная вайна, ну, вайна ў класічным разуменні этого слова. Тобто вайна з прымяненнем і авіяцыі, з прымяненнем дальнабойнай артылерыі, рэактыўнай артылерыі, з прымяненнем дронаў першай і другой волны, як ударных, так і разведывательных дронаў. Ну і бойові дзеянні отбываются, ну, по всей территории Украины. Ну, скажем так, мы на боевом задании мы так само, мы были наполоханы, нам было страшно, але мы бачили, у нас были перахопы радыёсувязі расейцаў, что яны были еще больше напужаны, чем мы. И у них была паника, бо яны различивали на то, что их позиции будут атаковать, и они просто утекали. Бо калі мы выканалі сваю задачу і зайшлі ў месца, якое мы павінны былі захапіць, там мы сустрэлі мінімальную супраціўленне ад ворага, і тыя, хто там застаўся, яны або загінулі, або уцяклі. І некаторых мы ўзялі ў палон. Што было самае страшнае, што вы зрабілі? Ну, для мяне самае страшнае было гэта... Калі принесли звестку об тым, что командира непосредственно, и он тогда был командиром, моим командиром это Волод, об тым, что он был моцно поранены. Это было для меня шоком, бо, ну, человек был выдатный. И потом уже, калі принесли новину об тым, что он скончался, это было для меня шоком, бо человек прошел праз войну еще на Донбассе, який имел вельми шмат досвіду об тым, як воевать, об тым, як ведется война, який был выдатным командиром, и то, что он загинул, Гэта было для мяне шокам, і гэта, напэўна, было самае страшнае для мяне. Бачыць вочы маіх паплечнікаў, якія таксама паважалі і любілі нашага камандыра, бо ведалі, што з ім яны заўсёды змогуць выйсці, ён заўсёды нас можа вывесці з любой перадрагі. І, на жаль, канешне, але ён загінуў, і гэта для мяне было самае жудаснае. Вы за это время считаете, что вы изменились? Так, я лечу, что я изменился. Изникла некая пужливость моя, что ли. То бок, не ведаю, я стал больше упевненным в себе. Крыху усмацнился и духом, и физично. Поддерживает из оппозиции, да, и оппозиционные деятели там за границей, которые из Беларуси. Скажу так, нас подтримливает белорусская нация. Все наши диаспоры нам закупают нам экипировку, потом сюда приезжают, присылают. Все наши диаспоры белорусские, они подтримливают нас постоянно. Ну, хто як може, то нас і підтримує. Нас підтримує наша білоруська нація. А ті люди, що зараз залишилися в Білорусі, так само нас підтримують. Може, нас ніхто не підтримували, а я, по меншій мірі, те, що я бачу, що більшість тих, хто виходив на протести у 2020 році, зараз нас так само підтримують. Ну, тому що ми, фактично, є єдина надія зараз у людей, на вызволение Беларуси от лукашизма и рашизма. Я дагэтуль хочу выратовать Беларусь, я дагэтуль хочу зруйнаваць режим Лукашэнкі и буду намагацца рабіць ўсё, каб гэта адбылося як мага хутчэй. Ну и вызволить Украину. Как вы видите будущее Беларуси? Вольная, незалежная краіна, якая не падпарадкоўваецца Крамлю, с соправдными выборами, с открытыми, с свободой слова, где людей не сажают у турмы за то, что они выказываются, какие символы они носят. Ну и за нашими историчными штандарами, червоно-белым стягом и гербом погони.